Я помню, как Жданов вышел из самолета. Мы летели в республику Коми, а может быть на Алтай. Я был не в теме, его распирала блевота, и в воздухе было шалтай-болтай. Он ударил бортпроводницу, открыл запасной люк. Я увидал его пятки, сверкнувшие в темноте, и он улетел от меня, как настоящий друг. И с тех пор я не знаю, откуда он или где. А потом состоялся народный суд. Его приземлившегося ругали за хулиганство, но всему виной гениальность и пьянство. И он до сих пор болтается то там, то тут. Я задираю голову, надо мной парит Жданов. Гляжу на воду, он мне в глубине мигает. Человеческих слов он не понимает, и его слова, как стальной, редут. И нас развели на разные канители. Он болтается в воздухе, я прыгаю просто так. На его Украине оранжевые параллели, а на нашей с края просто здоровый мрак. Я б к нему проделал подземный лаз, я б к нему завел сетевой портал. Может, он Дон Кихот, а может, просто надел на себя таз. Но я помню, как он летал.